ДТП с тремя погибшими. Госавтоинспекция и Следственное управление регионального МВД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека, в том числе трехмесячный ребенок. 20 января в дежурную часть полиции Улукхемского района поступило сообщение о том, что на подъезде к селу Таргалык произошло ДТП, наезд на стоящую машину. Следственной оперативной группой предварительно установлено, что 55-летний водитель ВАЗа, двигаясь в сторону села, въехал в стоявшую на проезжей части ГАЗ-3307. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте происшествия скончались водитель автомашины ВАЗ и 56-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-21140. Во время доставления в медицинское учреждение также погиб трехмесячный ребенок. Предварительно установлено, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок находился на руках женщины на переднем пассажирском сидении.